сразу скажу то, что на реборне. Так, options. Аудио. Не любитель я играть на Олпик. А не, давайте я хочу свою статистику глянуть. Мое меню. Ну это бета-тест, на котором Роднок. Так, я могу приглашать. Ладно. АП. Ознакомление у меня такое пошло. С дотой. Вообще, реально ли будет найти игру хоть? Так, а почему тут показывается ММР, если я на ММР вообще не играл? Так, это последние игры, которые были. Активных друзей. Нет, в пизду, просто в доту поиграю, да и все обычно. Аккаунт. Ладно. Обычно доту будем играть. Найди в доту 2. Так запускается. Снимаем часы. Ждем загрузки. Фу. В идеале это еще музыку можно было бы включить, но я не хочу. Поехали. Делаем еще вот так вот, скорее всего. Чтоб меня никто не беспокоил. За бестолку делать. Так вот получше. Полу без ошибок собрать раньше получалось. Немного думая даже так. Но это легко. Ну, рапира тоже легко.
Но убить там они совсем, я помню, из чего собираются. Недоработан, тут же рецепт должен даваться еще. Так, так, так. Конечно, из дагера делается. Видимо, в это время еще все спят. Вот это обидно. Дошел до 31-го и такая подстава. Надо было, наверное, кофе сделать, ладно. У меня есть такая фигня, то что я должен быть со всеми вежливым сутки. Давайте я ни разу за сегодня не ругнусь. Даже если кто будет проигрывать, я буду что-нибудь говорить адекватное. И в таком духе. Вот серьезно. Начнем со свежевости, вежливости. Ну, вид занят. Ладно, окей. Вот это хочу на самом деле сделать. Поехали с такой вежливости. Если все будет очень плачевно, я включу вебку. А вот, и, наверное, если будет 10 подписчиков, я сделаю день с вебкой. Ого, подстава, окей. Очень плохо слышно.
маны я немного накосячил. Даже не очень немного, а сильно накосячил с маной. Такса, видимо, отдает ФБ. А хотя нет, не-не. Все нормально. Пацанов уже небольшая дизмораль. Ну, ни одну руну ему не забрали, да? Да, я психану, куплю еще себе эти и принесу сейчас. Бах, ФБ готово. Какие же вы предсказуемые-то? Обратненько. Старт дан. Чё, начало дано. ФБ это за мной сделано, это уже радует. Я ж сразу же ругнулся по губам себя, негодяй. Все. Ну я не в честь в сторону себя же. Зачем с этого? Я ж не на себя ругнулся. Ой, не на кого-то ругнулся. Вы что задумали? Что задумали, а? Что ты делаешь, дурак? Оп. Очень плохо тебя слышно, но я слышал то, что про Пуджа. И что? Странно очень все это дело на самом деле, потому что заминируй отходы, пожалуйста. Я что хочу сделать? Да, понятно это. Вот чем заканчивается минирование отводов.
Там тупо их блочить надо. Он даже не понимает, ему сказали СС, и он еще что-то ругается, выеживается. Да мне-то все равно, я иду блочить. Сикер начинает убивать. Ну и его убили. Просто от медузы, если она расфармится, нам будет очень все плохо. Вот. Да и все. Сюда. Ну хорошо. Одна и то же, то что пуджа я не смогу забрать, он слишком уже толстый. Отталкивай их, Алёша. Но я все равно не отхилюсь, я сдохну. Потому что меня не будет хилять этот фонтан. Да. А, нет, выжил. Стандартный аппарат через Мидас. Пуш идет. Но я знаю, что мне надо сделать. Минагу надо поставить 6 минут сюда, вот, чтобы он подошел, взорвался. Под иллюзиями пуш. Вот это не настоящий, да, вот идет.
Да, это не наст... А, нет, настоящий. Хорошо. Давай, фанстрайк, блядь. Помоги нам, Балегина. О, попадешь, не попадешь. А, уже все. Давай, давай. Тебя только спасли, а? Ну, нага так. В основном все дальники мне не нравятся. Ауч. Ну, аппарат загоним, он сможет меня убивать постоянно, кстати.
Надо было тут ставить. Было бы куда правильнее. Ой, хорошо. Хорошо, все-то. Хотя, если бы секер ливнул, было бы еще было лучше бы. Ну, инвокер бы соло не затащил. Ну и не затащит соло. Поехали. Надежда на самом деле на инвокера. Трекса не умеет играть. Как бы это грустно ни звучало. Так, еще одну. Нога пошла лес, как я понимаю, уже фармить. Ну, она, как обычно, через радик и тому подобное. Ничего не получилось, они начали пацаны что-то делать. Если они вот сюда сейчас подымутся, будет хорошо. Ладно. Завонял. Сейчас будут бегать, искать его. Мне кажется, зря он туда курой выше пошел. Хотел пойти, точнее. Продолжение следует...
ДД. Ну, чтобы никому не досталось. А, сейчас зайду в скайп, погоди. Погоди, сейчас зайду. Я не слышал просто так. Я просто не смотрел. А я уж хотел тебя в скайпе добавлять. На, в стиме меня добавлять. Ой, в стиме. Да, давай. Я на другом маке сижу просто. Я прочитал, что ты готовишь аккаунт. Все. Я спал больше 16 часов, короче. Я, короче, вы уехали на работу, скатался, пообщался с ними, они сказали, с радостью меня возьмут. Приехал и просыпаюсь в 10 утра. Довольный. Уменьши. Насколько? У тебя сейчас сколько? А, сейчас у меня 2 косаря. Ни у кого ничего не получается. Я так стрёмно играть на этом аккаунте. Я обещал то, что никого оскорблять еще не буду. Так. У тебя на том маке какой ник? А, Воронок. Я уже вспомнил. Там с бородкой такой дядька будет. К Ютубу, ВК, а вот Steam. Я давно этим хотел заняться, создать себе этот новый ак, но в итоге как-то все руки не доходили. Вот, наконец-то сейчас дойдут. У тебя с одной кавычкой? Да. Там у меня даже кто-то в друзьях есть на этом маке. Так. А ты что, давно сидишь в этом? Только что зашел. А, значит, немного я потерял. Я настроил дело нечего подписчиков. Теперь это музычка играет и картиночка. 8 дней назад. Нет, не на том я. А, или... А нет, я не в сети же, у меня стоит режим, точно. Может быть, именно на том играешь. Ну, мужик с бородкой, да? Да, да, да. Все твои данные тут. Да, видимо, он. Нет, ты в друзьях есть. М? И ты в друзьях. Да, есть. Значит, он. Все правильно. Так хочется эту игру закончить. Вот реально хочется закончить, потому что такие никчемные, ну и... Это вообще жесть. Они просто не понимают, как так можно играть. Чё? Один ливнул. Да. А у нас был сикер ливал, потом... Опять зашел я. Если бы он не зашел, было бы все хорошо. У нас бы инвокер плюс по голде получил бы и был бы в большом плюсе. У инвокера немного получается выигрывать. Так. Блин, мне сейчас надо, чтобы пуш уже сюда зашел, поднялся. Потому что у меня мины сейчас кончатся. Окей, взрываю мины.
Чё это всё пипец плачевно как-то всё реально. А чё на этом, на новом обновлении-то в основном никто не играет? Я что-то поискал около 5 минут, так и не нашел игру. Оп. Алпика? Да. Там сейчас играют пока в эти. Custom Key, или как их называют? Да. Чувак учит меня играть на миниры, жесть. Опа, все, ливнул. Мы сделаем по-крысиному все. Забирайте, да-да. Меня уже бесят твои тиммейты. Чем? Они под жопу КД сливаются. Да. Так, оба. Сука, как можно под жопу сливаться, я ебал. Я не понимаю, что он пытается этим сделать. Ха-ха-ха. Не получилось, да? Не получилось. И зачем он пошел его сливать? Катальщика. Ты меня в друзья-то добавь. А, сейчас добавлю, у меня просто нифига не высвечивается. Так, ну что ты не в сети. Ну, я специально это сделал. Принять запрос дружбы. Принять. Мне интересно, ты сможешь кинуть мне приглашение, чтобы я больше опыта получал? В каком смысле? А, там есть такая фигня, приглашение одно. При апане, до апани 13 левела, если ты кидаешь, ты с кем, если я буду с тобой играть, я буду больше опыта получать. Так, козел. Да, я вот люблю эту фигню пользоваться, этой фигней. А, уровень приглашений? Да. А что я сделаю так? Оп, и все. И они ничего не получат. У меня 227 уровень приглашений. У меня там 600 на томаге. Я пока... Ой. Видишь, все тени появился? Я не могу пока тебе кинуть. Сейчас появлюсь в сети. Сейчас в сети. Появились мы в сети. Кто-то умер. Сейчас еще раз. Нельзя? Наверное, реально на 15-й ап. Сначала. Просто я вот с... Мы когда Илья аккаунт качали, когда он 3900 поднял себе, я ему кинул, а мы ему там за несколько дней апнули актак. Прикинь, я не могу смотреть игру. Почему? Хз. А у тебя нету меня игнорировать? Не. Проверь. Правую кнопку нажми, там будет прекратить игнорировать. Нет такого. Ты чё? Я могу даже пригласить в группу спокойно. Ну я вижу. Нет, это странно. Может то, что я не в сети был из-за этого, кто знает. Ладно, пофиг, перезайду.
30-я минута у Сикера, только Bloodmail, все. Я просто даже не ботинка? Не, ботинок-то есть. Ботинок я просто не считаю за итым так таковой. Его по КД в лесу убивают. Я даже спрашивать не буду, он опять туда бежит или нет? Да, он опять сдох в лесу. Ну да, я знаю. Меня бессмысленно спрашивать. Кончит. Просто кончит. Мне кажется, Маша и то лучше играет в доту. Увы, но нет. Примерно один уровень. Да я даже медузе ничего не наношу своей этой ультой. А ей-то чё? Она щиток пробила, всё. Ну, у них аппарат, кстати, хороший, я вот заметил. Я тоже заметил после того, как ты написал, как ты убил его, что тебя косаря ждали. Так это его первая смерть была. Ну вот уже неплохо. Причем я спокойно их развожу на ульты, на все такое там вот. А наши просто умирают. Так, вот просто пусть уже пронесут и все. Гоним надо. Мне-то? Да. Это я знаю. Я у меня стандартная сборка Юла, гоним и потом этот шарик этот, на откат скиллов. Но вроде бы норк кастует. Не, мне бесит то, что если минер неудержимый, то... Ага. Я всегда мечтал эту фигню проверить. Работает она или нет, но в итоге оказалось, что нет. Так, короче, если поднять медузу, которая ультует в Юл, прекратится ли у нее ульта? Нет. Ну, я как бы эту фигню-то не знал. Ни одна ульт не прекращается. Ни одна ульт. Кроме Бейна. Ну, что-то типа вот таких вот. Ну да, да, которые хавают там и тому подобное. Я просто помню, у Пуджа можно, у Энигмы там. Вот. Да, вот такие вот. Да. У Сангинга очень хорошо действует ульта. Она у него вроде бы тоже... Да, она у него не сбивает. Да, он может так себя спасти. Ой. И чё? Пиздец, пуш такой пассивный. Да. Так чё он... Терпилой был. Мне показалось. Оп. Так надо играть, а не как он играет, а? Такие конченые. Хукани меня, пуш. Козел. Хуканул. Нет, он не хуканул. Я хотел, чтобы он меня хуканул, и я самоубийство сделал. Думаешь, я мины достану до него? Еще и какие-то паузы. Знаешь, самая суть то, что я и варды покупал, и... Куру покупал, все делал. Потому что никто не хочет сопортить. О, у них гем. Да, гем у аппарата, если не ошибаюсь. Медуза вроде. Медуза? Она сейчас твою мину ломала на стрим. Просто у нас была инфа то, что у аппарата как раз. У меня дело передать. Ну да. Это вообще аппарата нету на карте. Чё, ему вообще на карте появляться не надо.
Но в основном, если у меня потная игра, я на пирате иду там с одной-двумя смертями. Главное ульту дать и все. Я помню, я с одним бараком за минера затащил. Благодаря мне никто пропушить не мог. Ну это я знаю, на гем постоянно выбивать, либо аганим делать. Почему? Нет. У меня вторые мины ставил на второй. Второй скилл тут. А. Замораживаю все. Никто не успевал выжить. Они либо уходили сразу же, либо. Но они, сука, урон иногда наносили, бля. Я, во-первых, ультой за все запичкал, нахуй, весь этот барак. Они со всех сторон не могли. И второй натыкал. Так что за минера отдефать вообще есть. Да. Сейчас приду. А? Чё ещё раз? Да тут кошка моя рядом. Я не успел нажать, а? Мискликнул. Я самоубийство хотел сделать, чтобы никому не достаться. Тракса вообще на изи выносить вроде бы должна. Ну да. А, ну вон видим. У них всё же у оператора гем, кстати. Я уже увидел его. А чё, аппарат рядом не бегаешь? Нет, просто я всех чекнул, ни у кого нет, кроме аппарат. А, ой, какие. А он где-то рядом, значит, бегает. Да, у аппарата гем. О, хоть баршер появился, блядь. А, вон он, аппарат, но он бегает. Сейчас аппарат подойдет, просветочку даст, его будет бить. Они тут не будут. И чё? Ничего не получилось у них. Они реально, они донные. Вот Нага сейчас сдохла от моих мин, которые я поставил. На миду? Нет, я там специально поставил, ну, если кто-то отходить будет. Они просто такие донные, а у нас сикер, когда нас пушат, сидит в лесу. Вот против нас играют днари, которые не умеют играть в доту. Ну как, они, у них просто повезло то, что у меня более такие легкие их противники, их назовем так. Дебил. Я ему тут жизнь пытаюсь спасти, он окей, все. Все мне ясно. А, нет, даже можно не это. Так, да нет. А вот и вообще на медузу настраивать. Медузе, точнее, насрать на то. Пульс с аганимом ебашит уже нормально. Да. Чтобы сикеров пока стоит. Да, и... Потом он побежал домой. Вот и все, минус будет сикер. Его пульс хреначит. Я его пытался вот засейвить, да, это пипец, так обидно. Инвокер, кстати, пытался что-либо делать. Ну, я видел. Вот. Он с самого начала, короче, когда Тракса 2-3 раза отдалась, он пришел ко мне на линию, мы с ним начали убивать. Короче, давай я тоже с другой аккаунт буду. А ты сможешь друзья добавить, потому что там это... сейчас нельзя в друзья добавлять. Ну, если добавляешь, то давай на других аккаунтах, я только за.
О. Это так смешно. О, нифига, угадал. Да, это моя почта, далее. Я хочу на имбире поставить в мид пойти на следующий, потому что я любитель этого имбира, ну, когда-то был. Ты в мид хочешь? Да. Ну как, если ты хочешь пойти, можешь идти в мид. Я могу имбира и пойти в лайн другой. То есть, если ты хочешь мид, я тебе могу запасы дать. Вот. Ну, суть этого то, что я хочу на имбире повеселиться. Счет почты вспоминай. У меня, чтобы не мучиться, у меня всегда один и тот же этот. Ну, по сути, да, я это знаю, но я иногда менял. Якая, чтобы не быть ленивым. Кому я тут нужен? Кто в скайпе что-то написал. А, куда съебался? На другой ак. Да, и на самом деле уже хуй, что пронесли и все. По сути, можешь легче всего съебаться. Нет, мне опыт нужен, мне главный опыт. Давай я ник сменю. Ага. То вдруг не узнаешь. Да я всех добавляю, по сути. Я никогда такого не был. Ой. У тебя некрасивый ник, я тебя не буду добавлять. Так, у меня тут настоящее имя вообще Анастасия. Для фана игра. Ой, ак. Походу. Я уже не помню. А, вот так я-то сейчас через себя тебя и добавлю. Ну все, пусть проносят. Вот он ты. Не, ну у них я знал то, что лейт намного сильнее. Если вдруг захотят заходить. Блин. Чё, нельзя, да? Нет, все нормально. Кнопки, наверное, сейчас поменять придется. Знаешь, как это бесячек, когда тебя под фонтаном такие зажимают и ждут, пока ты вылезешь. Как же это мерзко. Как я так не люблю такие моменты. Пуш, который руками не попадает. О, так я тут вообще 14 левел. Еще 3 игры рейтинга осталось. Офигеть. Я играл его уже. Ну, я думаю, за 3 игры-то могут нормально дать. Вряд ли. Там от всех игр все зависит. А человек создающий. Трое человек создающий, а. Эй, ну чё они не поднимаются? Я тут чё, зрамин, что ли, наставил? Ладно, сорян. Это чё? Да, добавляй. Ты же второй человек, который меняет аккаунты на рейтинг. Нет, я аккаунта не меняю. Угу. Я аккаунта не меняю просто здесь, чтобы у меня был рейтинг. А играть ты будешь на дом, да? Да, посмотрим. Нахуй тебя на этом аккаунте рейтинг. Если ты будешь играть в другом. Отстаньте вы уже. Зайдите уже сюда, уроды. Угомонитесь. Грыз, ты меня отражили. Пуш ни разу не может мне хуком попасть. Добавь меня, кстати, еще раз, друзья. Сейчас. Угу.
что неудобно? Может, тебе на стол уже тогда сядет? Неудобно не будет. И бомжу, который... А, ну ладно, все, у меня нет слов.